Дорогие друзья, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Елена. Добро пожаловать ко мне. И у меня сегодня такой небольшой видеообзор покупки в магазине «Алтайский кедр» называется. Он открылся у нас рядом с домом. Товары из Алтая. Всякие товары для здоровья. Вот. И вот мне дали такую брошюрку. Здесь в основном алтайские чаи всякие разные. Вот. И я кое-что приобрела. Честно говоря, пошла, так сказать, посмотреть вообще, что есть. И, в принципе, женщина, которая была в магазине, вот ее визитка, если вдруг кому-то нужно, записывайте информацию. Она, ну, рассказала мне более или менее о товарах, что они представляют, какой спектр товаров. И я вот выбрала три товара для себя, которые, ну, более-менее были мне интересны. На самом деле, вот эту вот льняную кашу мне посоветовала эта женщина. Ну, она сказала, что это для тех, кто хочет поправить фигуру. И это нужно есть утром. Ну, я еще почитаю здесь поподробнее. Просто я никогда такое не пробовала. И вроде как это полезно. Вот. Дальше. Крупа из полбы. Я ела десерт из этой крупы. И мне безумно нравятся вообще сладкие какие-то палочки. Что-то из этой штуки. Я не знала, как называется эта крупа. Но очень вкусные вещи. Может быть, когда-нибудь покажу вам один есть снэк, который продается в Магните. Он не всегда там бывает. Вот он сделан именно из этой штуки, и он очень вкусный. Но при этом там нет ни сахара, ни каких-то, ни муки, ни крахмала, ничего такого. Он абсолютно не калорийный. Вот, взяла чистую крупу, просто попробовать саму крупу. Саму по себе. Там были вообще разные всякие варианты, и котлеты из этой крупы, и крупа с морепродуктами, крупа с овощами, с грибами, в общем, с чем только не было. Я вот взяла классическую, просто попробую именно саму крупу. И третья моя покупка — это вот такая вот коробочка цельнозерновые хлопья из зеленой гречки. Я просто слышала, вроде как, не знаю, надеюсь, что это не очередная мода. Это, знаете, как было, помните, может быть, зеленый кофе одно время очень популярен. И также сейчас зеленая гречка очень популярна. Вот я, не знаю, повелась на информацию из интернета, сейчас в частности с Ютуба, и решила попробовать хлопья, вообще, что это такое. И вкусно ли, полезно ли, и что они дают, какой будет результат. Если интересно, потом расскажу свои впечатления об этих продуктах, каковы они в применении в жизни, имеет ли смысл их брать, и вообще вкусные ли они, ну и вообще так в общих чертах. Вот, так что... Может быть, если удастся еще побывать в этом магазине, покажу вам ассортимент. И, может быть, что-то еще расскажу о том, что вообще это за продукция и что это за компания. Вот такой небольшой обзор покупок, приобретений. Ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Увидимся в новых видео. Пока-пока!